Mercedes Vito. Приехал вот с такой вот проблемой. Прокладки не поменяли вовремя под форсунками, и вот что получилось. А получилось такое вот как битум такое. Сгоревшее масло. Ян, вот снимаю для информации для твоего канала Mercedes Vito. Четырехцилиндровый. Вот такая вот петрушка. Как ты говоришь, Ян, оно мне надо, такое счастье? Тут я разобрал, снял ему воздухан уже, ему добраться.